Добрый день! Сегодня хочу рассказать о монете полтинник 1924 года. Казалось бы, столько времени прошло, а монета не сильно подорожала. Ну, оно как бы все потому, что тираж у данных монет был довольно большой. Вот, их переносили ведрами, грубо говоря, на один полтинник можно было, ну, грубо говоря, там была большая инфляция, на один полтинник можно было очень мало чего купить, поэтому народ таскал их мешками. Хотя сама монета из серебра, по-моему, 900-й пробы, то есть довольно чистое серебро. Ну, что в сравнении с царскими, например, монетами, где там только половина серебра была, это довольно существенно. Что изображено? Молотобоец его называют, который кует детали. Детали он положил рядом с наковальней своей. Это 26-й год монет показываю. Ну, с 24 по 26-й год они, по 27-й год они все одинаковые. 27-й год он намного дороже стоит, потому что там уже была начата денежная реформа, и полтинники очень мало напечатали. Задумывалась, по крайней мере, денежная реформа, которая произошла чуть позже. Значит, на задней стороне написано «один полтинник» буквами. То есть не 50 копеек, как раньше было. И очень красивое изображение герба Советского Союза. Девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Ну, на самом деле очень хороший девиз. Не понимаю, почему все страны отказались от этого. К сожалению. Сейчас бы мы жили в раю. Что еще могу сказать? В 21 году немножко другой вид у этой монеты был. Сейчас покажу. Здесь осталось, по-моему. А, это 22 год. 21-22 год они одинаковые. У них не молотобоец, а вот такая звезда красивая. С номиналом 50 копеек. Вот на задней стороне тоже герб, но тут уже РСФСР. То есть, грубо говоря, только что закончилась гражданская война. И только Российская Советская Республика печатала данные монеты. В 2004 году уже монеты печатались на все республики, всеми банками всех республик. Но первые тиражи были отпечатаны в Петрограде и в Бирмингеме по заказу Советского Союза, в Лондоне, в Великобритании печатались. Значит, на ребре у нас написано, сколько здесь серебра в измерении долей. Вот, тут, грубо говоря, 9 грамм. Сама монета 10 грамм весит. Здесь 9 грамм чистого серебра. И ТР, это значит как раз вот Бирмингем. Есть еще ПЛ, это Петроград. А, нет, здесь получается у нас мера обычная уже, современная. 9 грамм. Ну, очень хорошая монета. Надеемся, что она подорожает в будущем времени. На данный момент она стоит в районе 800 тысяч рублей за одну штуку. Хотя год назад она стоила в два раза дешевле. Сейчас серебро очень хорошо выросло. И, кстати говоря, можно в данные монеты даже инвестировать. Это и антиквариат, и инвестиции в металл. Главное их найти. На самом деле красивая монета, вот мне нравятся эти точки по краям. Даже если она подстертая, то выглядит, конечно, эффектно. Здесь тоже вот видите точки. Вот такая цена. Ну, 27-й год стоит раза в 4 дороже, чем 24-й, чисто из-за тиража.